Тихните меня или что, вставать? Там легко. Или вы прямо купили? Фига, плащ купал. Ага, да. Офигенный такой. Я, если что, не вижу вообще лута, если вдруг мне там что-то пригодится. У меня все неизвестное. Пана уходит. Я не знаю, в чем причина. С клиентом что-то. Че, буешки все ролят? Же. Я еще не переодел. Или область. Вы там еще и с рыбкой, да? Хорошо себя чувствуете. Когда я вел, не было. Тебе там писала из района. Вливать хочешь?
Короче, хилам только хилить, все. Ничего не прятаться, ничего не делать. Кажется, у меня нет лапки. Да. Счастливого пути. На тебя какой-то там дебаф повесился, я вас здесь повел. Что это за? Все, снова ранжу, держите, а то служба разольется. Идите отсюда. Мобы на нас были. Меня не было слышно. Что я сделаю? Да нет, прикольно.
Все остальные не стойте прям вот со мной или с другим хилом в таргете. У вас лучше прилететь придется двоим бегать туда-сюда. Ну, помню. Минус одна рыба будет. Вот, я ставила. А когда она падает, мы же тогда перед лицом стоим. Просто в бок оббегаем и обратно потом. Не вырос еще. Привет. Надо подождать. Где щит на мне? Вы там далековато, конечно, я не достаю. А Геру мы когда сдаем? Ага.
Его шотнуло прям. Блин, слишком дорого, конечно. Что, чуть не вытащил? Да, да. Ух ты. Почти 50. Даю гимн на ману.
Это бомба кидается лавой, что она делает? Окей. Изи босс. Пояс. Я хз, как тут ребята в два хила будут хилить. Стой, отдай мне. У меня же ретрик голожопа. А, чё? Мне да, надо? Это да, вижу. Смотрим. Давай, наверное, лучше креветки. Там духа столько же, сколько у меня. Меньше крита будет. Там купол, не? Интересно, на них инженерские пояса работают, нет? Там стан 3 секунды. Я сейчас прожимал, но ничего не понятно было, не было, там что-то куча движений было. Вот, давай. Аня. Вам 2 очка. А они перед самоуничтожением кастуют? Это можно увидеть? Просто мне на фул хп прилетело.
Вытаскивай зеленку. Мобов полутает, я хочу их разобрать на запчасти. Нельзя. А можно? Почему я не могу? Ну, ХП, что это тут делает? Вот, Джейл. А эти больше Джардж делают. Ну, актуали в этом месте делается квест на питомца. Типа секрет, загадка. Возьми, пожалуйста.
Я захожу. Слушай, можно этот хилам просто стоять, метку выносить и хилить? Правильно поняла? Не заб... Ренджа тут нужна? А что они делают? Вообще обновить бы MP5, у меня 8 минут. Вот это вот, да? Ага, все. Сейчас раньше пропишу. Не-не-не, просто раньше. Там 10 метров. Ну ладно. Так-то Гариус им тышит. Блин, давайте быстрее. Тут какая аура нужна? Выходи, этот, Лёш. Yeah.
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Я тоже дамажила, что-то. Отошел, пока вайпаемся. Угу. Минуту. Я тоже минуту. Ты чё, видишь? Там так-то есть моб в начале, у которого можно починиться. А мне кажется, может? Или босс упражнение делает? Ну, я раньше 15 прописал, по нему тогда буду ориентироваться. Дайте сласку. Живую. Трогал бы, да. Да. Ну ладно. ГГ. Ланда, а можно, можно в кредит фласку? Да, спасибо, мне, мне хватает. Сейчас, секунду. Валанда. Ну, спасибо большое. А то мне 30 голды. Это шикарно, вот бы на Тагариус только не вешался. Так, выносите. Не достаю, блин. А чё с хилом? Алло? Ну вы встали, РДД, все в куче в центре. Я бежала от вас. Бафы дайте, пожалуйста. МП5.
Ёж, выноси. Он стоит нормально. Давай, Бармалюга тоже домашь. Блин, у нас 10 секунд осталось, давайте. Жмёмся. Да убьём. Тут мобы идут. Бомбот на меня бежит. Ну да. Сразу меня захили, Бармалюга. Бармалюха. Да-да-да. Давай просто две метки поставим и все, как обычно делаем. Для нубов уж что. А что, сердце только один раз появляется, да? Рыба стоит. Ну что, все в ромбике стоим, да? Еще раз, сердце еще раз появится.
Чем отличается такая метка? Понятно. Когда на мне метка, как мне отличить, это черная метка или другая метка? Угу. Там темные добавляют. И как кара, у тебя же есть кара? Вот по цвету отличается, отличается, короче. Да-да-да. Если так стоять на сложном режиме с этой желтой штукой, мне кажется, мы не прохилим. Ой, желтая светлая метка. Ёж. Почему умер человек? Зачем будет? Мы только пришли сюда. Или ты торопишься куда-то? У нас так 25-ок нет, давайте хоть харню тут. Давай в три хила попробуем, ну не знаю, из харню там. Так не хватит урона, хватит сердца. Он один... А сердце один раз выпадает или сколько? На 75 еще, наверное, какие-то там. Нет, хардмод запускается один раз на 75, я как понял. А потом...
Он там стрим смотрит, палит все твои оплошности. Если ты не сможешь, то уж придется тяжелую артиллерию запускать. И я похилю. А чё, Ёж можно был спек? Хотя Ёж хилит в этом, в ШП же тоже. Да-да-да, я вообще отлично хилю в ШП.